674-го стрелкового полка под командованием майора Давыдова штурмовали дом Гиммлера. От дома Гиммлера до Рейхстага расстояние всего 350 метров. Мы с Григорием Петровичем Булатовым ползли почти 7,5 часов вот это 350 метров расстояния. Правда, я лично сам никогда не думал, что останусь живым. Вот этот оставшийся 150 метров вплотную, когда мы подошли к Рейхстагу, на всякий случай я развернул угол, нижний угол флага, написал номер нашего подразделения, 674-й стрелковый полк, и записали свою фамилию Булатов Кашкарбаев. Гриша, сидевший рядом со мной, говорит: правильно, товарищ лейтенант, написали, что действительно нас убьют, и никто знать не будет, кто мы такие, откуда. Я сказал: нет, Гриша, нам некогда умирать, мы не должны умирать, мы должны, как при любых обстоятельствах, доставить этот красный штурмовой флаг к Рейхстагу. И при том надо добить.